We should have this yarn. Блин, там жесткий понос. Ну ладно, как скажешь. Кто там со мной? Оранжевый. О, видишь, кто-то его встретился, только на одном банке. Да. Так это бывает. Вы там не расслабляйтесь. Что там расслабляться? Мы еще даже не успели накрыть. Ой, блин, все дерево складом закрыл. Что там крылья, какой баланс? Чё там? Ну конечно, мы корнем это нормально. А сколько тут шаг? Должно быть... Четыре. По три. Я, да нет, по три. Три или четыре, если на карте не ни у кого нет, ни у кого нет. Везде по... Так это же уже средняя карта. Дим, если четвертая ни у кого нет, то это значит по три. Я говорю, что по три ни у кого нет. Серьезно? Не, не серьезно, нет никого. Значит, пять у кого-то. Не-не-не, ни у кого нет. Я точно говорю. У всех по три, так что... Четверо, он все видит. Как нет? А вот это вот, которое у апельсина внизу... А, нет, не апельсина. Это уже там. Видишь? Я не знаю, я вижу батона 4. Ну. Нормальных пацанов 4. Либо апельсина. Нет, где-то 4. Это его 3. У него 3 только. Ну как? На. Я, конечно, хуёво считаю, но 5 умею хорошо. Не подсказывай, не подсказывай. А я не говорю, я ничего не сказал. Подсказывай. А, кстати, да, может быть даже 4, да. Ну это чужая, наверное, все это. Но я ее поставлю. Да ну батон читер, сразу понятно. 4 шахта, у всех по 3. У всех по 3, у всех 4. Я только 2 поставил. Ну вы разведку сделаете, вот. По нациям тоже. Все, все, ушел. Не кричи. Позор. Кричишь на меня. Сергей, как ты думаешь, будет второй ГЦ или вторая казарма у батона? Вторая казарма? Я никак не думаю. Я смотрю только. Думать это не моя прерогатива в этой игре. Ой. Над на еду сделай, учитель. Ну тебе нужно. Понятно. Для экономии. А чё он бежит там? Ооо. Думал. Не, в принципе. Правильно тут. О, там украл, лол. Ну да. Правильно, что я пошел. Да копию. А там продается. Так, за второй указан на основе. Что мне показывает? Блин, но у вас фланг такой, конечно. Жесткий, да? Миша, левый фланг. Опасно, опасно. А? Пока идешь левым флангом стреляй. Он один за бок. Для апельсин. Еще раз види пошире. И защиту качни. Есть. Торс, по твоим шахтам лучники проходят. Видишь? К моим? Да. Ложишься. Там крест один всех порешал, ты видишь? Я даже... Понимаю. Так, что там украсочка? Так, апельсин, что ты там сливаешься? Я не заразумею. Ну, апельсин опять союзника продал. Союзник. Конечно, опять. Все как обычно у вас. Пока ты сливаешься, союзник, вторую казу, второй идет ты стоит, да? Тим раком. Не повезло союз. Так, нам нужно объединиться. Давай когда вверх. Твои шахты золотой сверху. Понял? Да. А то мы так сливаемся.
Кстати, атаковать. Может быть, я разведу. Что, керасу на 7 минуте? Серьезно? Почему? Я говорю, без керасы. А, господи, я уже вспотел. Так а ты зачем без керасы? Ну, у меня сейчас опадает. Вот-вот-вот, давай-давай. Можете решить. Шлеп-шлеп-шлеп. Все, укрыния труд. Где ты там? Ломки, по-моему. Да. Блин, это с рынком так не... Сверху ползываем. Миша? Бэк. Иди стреляй, Миш, без атаки, не ходи без атаки, они должны все время стрелять. У меня тут на базе караул. А, все равно. Но мы проиграли, апельсин. Крестами, Миша, крестами, лёп, быстренько, пика, не вкачивай. Да не, не надо, не надо. Отдыхать, отдыхать. Ой, ужасно. Право, мы проиграли, без палатки. Право, да. Асапнут. Ну, не знаю, мелким. А уже зря ты пошел. Пацану. Да, мелочь. Чтобы побить пику, нужно форме 400. Там не зря. Конвейером сейчас проиграет. Ну, пика тут, да, конечно. Так а чё, он же сзади, зачем идти? Ты ж не знаю, мне кажется, дип всё-таки нужен. Да нет, нет. Ну тогда сергов нельзя играть совсем. Тут самое интересное, вот это на нуле разводить туда-сюда. Асап без рынка играл. Как без рынка? Ну можно рез делать. Корея. Ну я, короче, растерялся. Да, без рынка тоже. Мозг. Давайте рез делаем. Хороший. Апельсин тоже подустал. Не-не, он просто не разогнался еще сейчас.